Современные учебные кабинеты и зоны для отдыха и спорта. Совсем скоро школа-интернат имени Фурагиной примет своих учеников. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков проверил ход капитального ремонта учебного учреждения в Старом городке. Дальше классы должны быть закрыты. Вентиляция тут есть или нет? Да, конечно. Есть, да? Естественно, да? Или вытяжная? Не вытяжная. Здесь обустроят специализированные кабинеты для дефектолога и психолога, а также зоны для адаптивной физкультуры. Школа предназначена для пятидневного пребывания ребят с особенностями развития. Поэтому особое внимание уделяют пожеланиям педагогов и родителей. Мы готовы принимать учеников. Там уже наверху сейчас пойдем посмотрим кровати, матрасы только что уже. Сколько, все не присобрано. 157, ночевать будет 113. Мы уже посчитали. Парламентарий встретился и с трудовым коллективом Никольской больницы. Медучреждению требуется дополнительное оборудование. Дмитрий Голубков все вопросы взял на личный контроль. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».